Межмуниципальный проект повышения качества образования в школах с разными социальными условиями реализуется на разных территориях. 24 марта в Курагинском районе на базе школы номер 1 прошла промежуточная аттестация в форме образовательной игры через смысловое чтение. Сегодня мы познакомим с данной формой промежуточной аттестации, которая направлена на формирование универсальных учебных действий. Сегодня мы проведем погружение в данную игру. И я думаю, что сегодня гости нашего мероприятия определят соответствие с планируемыми результатами в ГОС основного общего образования по работе с текстом, соотнесут задания и критерии оценивания по промежуточной аттестации, дадут оценку данной форме промежуточной аттестации и познакомятся с организацией системы оценивания промежуточной аттестации при участии старшеклассников. Принимающая сторона постаралась встретить гостей радушно и сделать пребывание в нашем районе запоминающимся. Директор школы Олег Шкопкин рассказал об истории школы и пожелал всем плодотворной работы. Нашей школе в этом году исполняется, не конкретно школе, самому учреждению, исполняется 80 лет. История давняя, самая первая школа в Курагинском районе и в Курагино. И сами вы понимаете, ко многому обязывает. Выступление творческих школьных коллективов было очень ярким. В реализацию проекта входят Краснотуранский, Идринский, Минусинский, вот наш Ермаковский район, Каратузский район. Вот эти районы, они занимаются непосредственно, ищут те приемы, те формы работы, с помощью которых можно улучшить качество в части читательской грамотности. Перед участниками мероприятия стояли серьезные задачи, которые они выполняли немного в непривычной для себя обстановке, за партами, на месте учеников.